68 патентов на блокчейн-решение выдала компания по регистрации новых технологий Patent Hatchery, США. Заявку на патент подали 545 американских компаний. Большую часть заявок предоставили Bank of America, компании IBM и Apple, платежная система MasterCard и биржа NASDAQ. 191 заявка была подана на регистрацию торговой марки с использованием слова «блокчейн». Одобрение получили только те разработки, которые предлагают новые проекты. Они пытаются получить патент на развитие внутренней структуры учреждения.